Hello, boys and girls. Hello. Кар-кар-кар. Сейчас мы будем повторять песенку из прошлого урока. Вы ее помните? It's cold in the winter. There is no grass at all. But every house and every wall, every garden and every tree is as white can be. Ой, какая замечательная песня! Хрюша! Хрюша, ты откуда такой? Ты где был? Да я все перепутал. Я забыл, что сегодня воскресенье и что сегодня урок английского языка. Как не стыдно, Кар. А что? С кем не бывает? С теми, кто живет по расписанию и у кого есть распорядок дня, никогда такого не бывает, Хрюша. Распорядок? Расписание? А что это такое? А вы не знаете? Распорядок дня очень полезная вещь. Я вам сейчас все объясню. Но сначала нам нужно выучить несколько новых слов. Вы умницы, и вы все быстро выучите. Monday – это понедельник. Monday – понедельник. Tuesday – это вторник. Tuesday – вторник. Wednesday – среда. Wednesday – среда. Thursday – это четверг. Thursday – четверг. Friday – пятница. Friday – пятница. Saturday – это суббота. Saturday – суббота. Sunday – это воскресенье. Sunday – воскресенье. А вы заметили, что во всех этих словах повторяется одно и то же слово – day. День. Правда? Смотрите сами. Day остается, а все остальное меняется. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ой, правда? Так почему-то звучит как day. Да, именно так. Тетя Юля, а расписание? Вы же обещали рассказать про расписание. Сейчас я вас познакомлю с девочкой, которая никогда ничего не забывает. А это ее распорядок дел на неделю. Видите, написано «On Monday I cook». Чего? Что? Cook по-английски значит «готовить». И значит, девочка написала себе... В понедельник я готовлю? Совершенно верно, Степашка. On Monday – в понедельник. I cook – я готовлю. А все вместе – on Monday I cook – в понедельник я готовлю. On Monday I cook. А дальше вот что написано. On Tuesday I clean the room. Clean. А, помню. Это значит убирать. И значит on Tuesday I clean the room. Во вторник я убираю комнату, да? Да. On Tuesday I clean the room. А в среду она что делает? On Wednesday I ski. Ого! В среду я катаюсь на лыжах? On Wednesday I ski. Да, on Wednesday I ski. А в четверг, on Thursday, I play with my friends. On Thursday I play with my friends. В четверг я играю с моими друзьями. Правильно. On Thursday I play with my friends. Читайте дальше. On Friday I read books. On Friday I read books. Это значит, в пятницу я читаю книги. Точно. On Friday I read books. А в субботу? Что девочка написала себе в субботу? On Saturday I visit my friends. On Saturday I visit my friends? Visit, Каркуша, значит нанести визит. Вы разве не слышали такое выражение? Точно! Есть такое! Еще говорят, я к тебе с визитом. Да, и значит, on Saturday I visit my friends. Как перевести? В субботу я навещаю моих друзей. Молодец! А в воскресенье? Что интересно она делает в воскресенье? Вот здесь написано, on Sunday I draw and sing songs. Воскресенье я рисую и пою песни. On Sunday I draw and sing songs. Ну, с
все перевели. И что? Все, что девочка себе написала в этом распорядке дня, она все выполняет? Конечно, и с этим распорядком у нее всегда во всем порядок. Ой, я тоже хочу написать себе свой распорядок, но неделю. Ну, это мы сейчас можем сделать. Давайте. Сейчас мы узнаем, как проведут эту неделю наши Хрюша и Каркуша. А я буду переводчиком. Я не скажу. Сейчас сами увидите. Итак, неделя началась. Пришел понедельник. Monday. On Monday I clean my house. В понедельник я убираю свой дом. А я on Monday I draw. В понедельник я рисую. Понятно. Пришел вторник. Tuesday. On Tuesday I play with a ball. Во вторник я играю с мячом. А ты, Каркуша? On Tuesday I play with a doll. Во вторник я играю с куклой. Понятно. Во вторник все играют. Но вот пришла среда. Wednesday. On Wednesday I jump and run. В среду я прыгаю и бегаю. On Wednesday I jump and run too. В среду я прыгаю и бегаю тоже. Ну вот пришел четверг. Thursday. On Thursday I feed my mouse. В четверг я кормлю мою мышку. On Thursday I clean my house. В четверг я убираю мой дом. А вот и пятница. Friday. On Friday I read books. В пятницу я читаю книги. On Friday I play with my friends. В пятницу я играю с моими друзьями. Saturday. Ой, а мы не заметили, как пришла суббота. On Saturday I cook. В субботу я готовлю. On Saturday I visit my friends. В субботу я навещаю своих друзей. И, наконец, наступает... Воскресенье! Санди! Санди! On Sunday I sing songs. В воскресенье я пою песни. Я тоже. On Sunday I sing songs too. В воскресенье я тоже пою песни. On Monday I draw a ball. On Tuesday I play with a doll. On Wednesday I feed my mouse. On Thursday I clean my house. On Friday I read a book. On Saturday I cook. On Sunday I sing a song. Ну, а теперь нам пора прощаться. Goodbye, friends. Goodbye, boys and girls. Goodbye. Car, 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 friends. Goodbye, my friends. До новых встреч.